В Дагестане с рабочим визитом находится делегация Республики Индонезия. В рамках встречи Абдулмуслим Абдулмуслимов и Жозе Антонио Марата Таварес подробно обсудили вопросы сотрудничества между республиками в сферах экономики, торговли, культуры и туризма. Республика Дагестан, по словам председателя правительства, готова предложить множество направлений сотрудничества. Гости прибыли в регион 5 мая, за неполные два дня успели побывать в Избербаше и Дербенте. Посетили несколько предприятий и ознакомились с историей древнего города. В программе визита также запланировано посещение Дагестанского государственного университета, торгово-промышленной палаты республики и участие в открытии международной выставки «Две страны. Верность традициям».